птичье молоко, простой десерт из белков. Продукты на 9 порций. Яичные белки, 4 штуки. Сахар, 1 стакан. Желатин, 1,5 столовой ложки. Шоколад, 100 граммов. Желатин замочить в полстакана теплой воды. Через 15-20 минут прогреть на водяной бане до полного растворения. Белки взбить. Когда белки взобьются, постепенно всыпать сахар и дальше взбивать с сахаром до устойчивых пиков. Продолжая взбивать, добавить разведенный желатин. Вылить в форму получившуюся массу и разровнять ее. Оставить в холодильнике на 20 минут. Шоколад растопить на водяной бане. Когда белковая масса застынет, залить шоколадом. Оставить застывать. Аккуратно разрезать суфле горячим ножом, чтобы шоколадная корочка не разламывалась. Приятного аппетита!